Проходим дальше, сюда снова идем, команда. И внимание, вы заполняете вот эту полосочку, нога к ноге, вдоль. Друзья, на полосочку заходим все, на тропинку заходим все. И поворачиваемся лицом к нашему красному дяденьке, его машем руками. Пританцовываем, чтобы никто не замерз. А я иду встречать еще спасателей. Внимание, стоим, ждем. Следующая команда, где вы? В Байкальтушке. Она сучила пряжу. А я не смотрю. Ножкой хотя бы потопайте, а то замерзнете ножкой. Молодцы. Отлично, внимание. А теперь попрыгали на месте. Высоко. Молодцы, здорово. Ладошками вверху похлопали. И попой повиляли. Попой. Молодцы. Вот как синий виляет попой, посмотрите. Здорово, внимание. Прекрасно. Ну а теперь внимание, команда. Я проверяю вас на дружбу. Встаньте пошире, ручки в стороны. Расходимся широко, чтобы никого не задевать. Здорово. И внимание. Сейчас вам нужно замкнуть цепь ножка к ножке. Состыковывайте, я сейчас к вам вернусь. Пойду встречу еще одну команду спасателей. О! Заполняю следующую тропинку. Команду спасателей. Внимание, за мной! И, внимание, спасатели, проходите на вот эту тропинку, вставайте. И, внимание, заходим, встаем также в ровную полосочку, как стоит одна команда спасателей номер один. Проходим дальше. Внимание, заполняем эту тропинку. Поворачиваемся лицом к той команде. Молодцы. Внимание, встали на полосочку все. И также ручки в стороны. И расходимся шире, как стоит широко вот эти ребята, широко расходимся.
И внимание, сейчас кладем руки на плечи впереди стоящему. Кладем и растягиваемся пошире, чтобы не стоять как в пельмешке, а растягиваемся, делаем несколько шагов назад. Растягиваемся шире, 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 молодцы. О, молодцы. Миша, стой на месте, а все остальные растягиваются. Еще, еще, отходим назад, растягиваемся. Молодцы. Еще, еще, растягиваем гусеницу. Стоп. Внимание. А теперь я попрошу вашу команду, команду Миши, повернуться ко мне лицом. Поворачивайся ко мне. Здорово. И внимание, ручки в стороны. И расходимся широко, чтобы дотрагиваться кончиками пальцев друг до друга. Расходимся шире, Миша, расходимся широко, широко, широко. Отлично. Здорово. Красота-то какая. Внимание, ваша команда спасателей. Также поворачиваемся ко мне лицом. Сюда, сюда ко мне лицом. И внимание, сюда ко мне, к рыжему лицом. Здорово. Проверяю готовность команд. Откуда вы к нам приехали? Из города, да? Ой, городские, отлично. Внимание, друзья, сегодня мы вас приветствуем в нашей самой хорошей деревне, где мы все живем. И сейчас очень важно. Вы взрослые? Если взрослые, то вы сможете, пока я считаю до 10, сделать огромный круг. Внимание, вам нужно окружить меня, синего и зеленого, огромным гигантским кругом. Сделаете? Все три команды делаем гигантский круг. Стоите в огромный кружок, проверяем, взрослые или нет. О, молодцы! Прекрасно! Снимите за руки все! Три! Какая красота! Гигантский круг получился! Супер! Шесть! Семь! 8, 9, 10, 100. Внимание, встаем команда, держимся за руки. И сейчас нам нужно с вами сделать следующее. Внимание, кто меня видит, одну руку вверх. Кто меня слышит, вторую руку вверх. И делаем синхронизацию спасателей. Делаем три хлопка над головой. Раз, два, три. Не было синхронизации. Еще раз хлопки перед собой приготовили. И раз, два, три, молодцы. А теперь внимание. Я беру свой лазерный резак и разрезаю наш круг прямо напротив елочки. Вот здесь беру и делю. И... Внимание. И сейчас ваша часть команды сдвигается сюда. Сдвигайтесь, сдвигайтесь, сдвигайтесь. Вот отсюда сдвигайтесь. Сдвигаемся. Отлично. И к елочке прислоняемся. Внимание. А ваша часть делает один шаг назад. И раз. Получились шикарные ворота. Мне места мало. Внимание, ручки вперед. Ручки в стороны. И делаем один оборот вокруг себя. И хоп. Молодцы. Все места хватило. Кому не хватило, расходимся шире. А теперь внимание. Друзья, мы вас приветствуем. Здравствуйте! Ну что, дорогие друзья, все мы знаем, где мы находимся. Где мы находимся? Мы находимся в деревне Дуралеевки, правильно. Ну что, дорогие друзья, вы все зашли. А давайте проверим, все ли части тела зашли вместе с нами. Показали головку. Руку на голову. Руку на голову. Родители, воспитатели также положили ручку на голову, показали нам. А то без теперь головы кто пришел? Плечики. Ага, смотрю. Плечики, показали плечики. Животик, погладили наш животик. Коленочки, показали коленочки. Воспитатели, родители, вас не видно. Где смотрю, у вас коленочки? Молодцы. Колено, ага, отлично. Пяточки. Ага. А теперь все встаем, дорогие друзья. Я буду называть вам часть тела. Ваша задача мне ее показать. Смотрим на синего. Я буду вас путать, так что слушайте меня очень внимательно, договорились? Голова, живот, плечо, коленочки, живот, голова, плечо, голова, плечо, живот, живот, где живот? Колени! Где у вас колени? Показали мне коленочки. Я же говорю, я буду вас путать. Коленочки, голова, живот, где живот? Где у нас живот? Голова, плечо, где плечо? Где плечо? Вот оно, плечо. Ну что, дорогие друзья, все готовы? Тогда мы с вами начинаем. Начинаем! Кто
кудахкаешь? Ты кудахкаешь? Ты кудахкаешь? Ты кудахчешь? Вот, ты кудахчешь, да? А вот, кстати, родители кудахчешь? Родители кудахчешь. Тогда потанцуем с вами. Кто кудахчешь? Двери открываются, выходят зеленые в масках и говорят: «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-кой вам Новый год! Обойдетесь? Им планета наша понравилась, видите ли? Они ее себе забрать хотят!» Петр, ты, наверное, простудился и заболел. Ничего я не заболел. Я здоровый, о какой! Да, здоровый. Это видно, конечно. Друзья, миленькие, спасать планету надо! Как? Можно быстрее! Похоже, дело и правда серьезное, дорогие друзья! Агенты готовы? Готовы! Всегда готовы! Раз, два, три! Нас маловато. Ну что, ты, рыженький, как же нас маловато? Смотри, сколько у нас помощников. А у них еще даже эмблемы спасателей есть. Подняли наши эмблемки в ручки. Берем эмблему в руки, поднимаем медаль спасателя вверх. Итак, дорогие друзья, сейчас давайте мы с вами разделимся на команды. Эмблемы рыженькие подняли в правую руку вверх. Золотые эмблемы рыжие взяли медаль, подняли вверх. Итак, все подняли рыженьки. Направляемся к агенту в рыжей шапочке. Идем ко мне, рыжие. Все направляемся. Агенты с зеленой медалью подняли руку вверх. Направляемся к агенту в зеленой шапочке. Окружаем зеленого, зеленые. Итак, агенты с синей эмблемой, направляемся ко мне быстрее, дорогие друзья. Синие шапки, синие. Ну что ж, давайте произведем перекличечку. Рыженькие, готовы? Зелененькие, готовы? Еще раз, зелененькие, не слышу. Вы готовы? Синенькие, мы готовы? Молодцы! А мы с вами внимательно слушаем команду Пети, которая будет нас сопровождать. Итак, мы начинаем! Yeah!
следующий! Следующий, следующий! Пошел быстрей! Давай, давай, давай! Где, где? Заглядите! Все глаза! Во, бегом! Дальше! Давай, давай, давай! Я правильно сказала.
Все забрать будешь, тихо, тихо, стоим в линии. В линии, в линии, в линии. Давай, еще этому сверху сюда. Внимание, команда, делаем один шаг назад и раз. Готовы? Внимание. Да, тихо, тихо, тихо. Я тоже подумал. Не надо, не рок лицо. Поставлю перчатки. Так. Еще один шаг назад, они редактивные. Еще шаг и еще шаг. Внимание. Сначала мы кидаем по очереди. Начинаем с вас. И так по очереди каждый делает по выстрелу. Внимание. Показываю, что нужно целиться именно в голову. Не попал. Тихо, тихо, еще один. Почти. Внимание. Сейчас каждый делает по одному выстрелу. Начинаем с тебя. Готов? Огонь. Поехали. Мимо, тихо, следующий. Подожди, следующий, готов? Давай. Супер, один балл. Дальше, готов? Три балла, следующий. Давай, кидай. Блин. Дальше. Четыре балла, отлично. Готов, давай, следующий, подожди. Пять баллов, давай, дальше. Мимо, дальше, готово. Шесть, следующий, внимание. Семь, дальше. Восемь, дальше. Тихо, тихо, пока нет. 9 было касание, дальше. 10, следующий. 11, дальше, кидай. Катаем подушечки, собираем быстрее назад, уходим. Назад. Скорее, следующие тройки приготовились. Блин! Быстрее подушечки собираем, следующие тройки приготовились. Ждем нашу спасительницу. Приготовились, пли! Отлично, собирай подушечки быстрее. Куда? Следующие тройки приготовились. Пли! Отлично, собирай подушечки. Следующая троечка приготовились. Пли! Молодцы! Стоп, куда пошла опять? Красотка, ты сколько раз уже раз прошла? Пока, дорогие друзья. А мы уже половину прошли. Следующую половину мы не пройдем, если у нас не будет дисциплины. Внимание! Красоточка, молодец! Приготовились? Все за мной побежали! Так, на старт.
Внимание! Маша! Что ж вы мимо шариков-то? По шарикам, по шарикам! Смотри, сколько у вас шариков сзади! Так! Стоп! Так, а сейчас преподаватели, где у нас шариков больше? Там больше. Один-один. Так, ребят, у нас тут еще 4 игрока. Так, стоп, команды не было. Ты зачем правила нарушаешь? Замена, раз правила нарушаешь. Давайте, вот чего у нас не было, заходи. Кто будет правила нарушать, я буду строгим. Сразу же. И у нас еще 2 девочки, которые не участвовали. Кто готов дать свое место? Ты готов дать свое место? Я давай, готов. Девочка, приходи. И ты, да? И вот, и еще одна девочка заходит. А ты сюда заходи. Вот сейчас какие джентльмены, какое патриотическое воспитание. За это надо преподавателям похлопать. Так, веселится, где-то такие слова ты учишь. На старт. Внимание. Поехали. Давайте, давайте. Вот, молодцы, болеют за наших героев. Давайте, давайте, активнее, активнее, то не успеем. Давай, Матвей, летим. Матвей, стоп. Сзади. Мне кажется, опять одинаково. Вот честно, да. Давайте, решающий. Тихо. Решающий, последний. Давайте, оп. Давайте, давайте. Вот нам подсказывают наши болельщики, молодцы. Давай, 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 потанцуем, давай, 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 давайте, давайте. Что, как неактивно? Стоп! Веники вверх, вверх, веники, я слежу за тобой. Так. Ну что, преподаватели, помогайте, мне кажется, опять равенство. Смотрите, смотрите, сколько у вас сзади шариков. У них здесь середине, а у вас сзади много. Так, все, решающий, последний. На старт. На старт. Внимание. Мы не мешаем нашим игрокам. Марш. Друг друга вениками не бьем. Стоп. Расставим веники. Итак, внимание, все команды собираемся в круг в центре. Рыжая команда здесь? Да! Зелененькая команда здесь? Да! А синяя команда здесь? Да! Друзья, мы все испытания прошли? Да! Мусор убрали? Да! Инопланетян обезвредили? Да! Паучка не разбудили? Да! А в елочке побегали? Да! Отлично! А вы слышите? Едут! А кто едет? Кто едет? Рыженьки, кто к нам едет? А где ворота? Где ворота? Вы Сладовский! Давайте запустим Деда Мороза, Снегурочку и наши замечательные собаки Ксенса. Потише музыку. Кто к нам приехал? Это маленькая артистка Лисичка, которая сейчас для нас потанцует. Ой, красота какая! Красоточка, похлопаем нашей маленькой артистке. Похлопаем. Вот она какая замечательная, грациозная артистка. Показывает для вас. Ее коронный номер.
друзья мои, долго ж добирались мы. Если б так вы не шумели, найти вас мы б не сумели. Всю историю слыхали, как планету вы спасали. И для вас, для смельчаков, мешок с подарками готов. А еще к подаркам, дети, танец положил для Пети. Будем вместе танцевать, дружно Новый год встречать. Ну что, дорогие друзья, а перед началом танца давайте посмотрим. Все ли взяли с собой что? Хвостики! Показали хвостики! Ну-ка, взяли хвостики! Взяли-взяли! Показали хвостики! Вот так вот, повиляли хвостиком! Как зайчики повиляли хвостиком! Родители, где ваши хвостики? Покажите нам ваши хвостики! Отлично, маменьки, папеньки, покажите свои хвостики, пожалуйста! Вот у папеньки где хвостик, отлично! Ну что, а перед началом давайте мы с вами повторим движение, разучим их, они у нас очень простые. Давайте попробуем! А потом станцуем. Попробуем. Итак, в ручки, в ладошки похлопаем. Влево, вправо. Влево, вправо. Отлично. А теперь хвостиками помашем. Разворачиваемся все ко мне. В кружочек развернулись. Смотрю на хвостики. Во, молодчина. А теперь разворачиваемся обратно. Глазками похлопали. Влево, вправо. Влево. Отлично. А теперь мы с вами потянулись высоко к солнышку. Нагнулись. И похлопали в ладоши. А вертушечку попробуем? Влево, вправо. Влево, вправо. Отлично. А теперь локоточек, коленочку попробуем. Раз, два, три, четыре. Ну вот, почти что весь танец готов. Избушка, давай музыку. Повторяем все движения за нами. Расскажу я вам, друзья, Опаем. Песня есть еще одна. Самая крутая, заводная. Танцевала вместе с нами. Давайте тоже похлопаем. Молодчина. Красоточка. Итак, внимание, друзья. Еще раз давайте похлопаем себе за отличный танец. Поехали. Разминаем ножки. Сейчас будем высоко прыгать. Готово. Поехали. Гибон, танцуй так! У-а-а-у, а-а-а-у, а-а-а-у! Молодцы! Эй!
Отлично, все разогрелись? Да! Все? Да! Внимание, на счет три. Свой класс найди. Раз, два, три. Классы, слепляйся вместе. Сейчас самое главное. У нас три класса, и мы устроим сейчас классный заплыв. Внимание! Каждый класс делайте маленький кружок и возьмитесь за руки. Делаем маленький круг каждого класса. Отлично! Внимание! Нужно будет сделать ровно 6 заплывов. Каждый раз новые 3 человека. Внимание, друзья! 2 шага назад, мои судьи, потому что после этого вы соревнуетесь с победителем. Внимательно изучайте тактику и стратегию. Приготовились? Вам нужно будет, внимание, лодочки. Вы оплываете в синей лодке. Один кубик, второй как с елочками, бежите обратно. Вы также, желтая лодка. Оплываете один кубик, последний, и плывете обратно. Прибежали, бросаете лодку, выпрыгиваете из нее, и следующие 3 новых человека в них залезают и сразу стартуют. Я говорю, внимание, и все вместе включим марш. Приготовились? На старт! Внимание! Пошел! Внимание! Стоп! Вы 6 забегов сделали раньше и быстрее, чем ваша команда. Легко дышится, да? Потому что чистый лес, друзья, рядом. Поэтому наша планета чистая, голубая, красивая в наших руках. Не надо мусорить. А сейчас к нашей чистой планете, которую мы спасли, каждый может дотронуться рукой. Поднимите ладошки вверх и подарите аплодисменты нашей планете Земля. Вон она идет, большая! Шар земной! Детям, каждый тихонечко дотронется, погладьте ее, погладьте.
один. Стоим, стоим в кругу. Стоим в кругу, друзья. Стоим в кругу. Праздничный яркий подарок. Внимание! Друзья, делаем ровный кружок. Ровный круг делаем. Считаем до трех, делаем ровный круг, иначе планета у нас потеряется. Ровный кружок, быстрее, 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 ровный круг, друзья. И стоя в кругу, каждый дотроньтесь, подойдет планета к каждому. Одну ладошку вверх. Молодцы, стоим в кругу, друзья. Да тиша земной детям. Здорово, погладьте ее на ваших руках, не бейте, не пинайте. Надежные детские руки. Погладьте планету, она любит, когда к ней хорошо относится. Молодцы, друзья! Дадим шар земной, как яблоко дадим. Молодцы, друзья! Ну что, внимание! Все потрогали планету, а теперь внимание! Сделайте три шага в центр круга. Раз, два, три. Внимание! Примерзли ногами к земле. Примерзли, примерзли. И с места не сдвигаемся. Готовы поиграть планеты в наш большой планетный волейбол? Не давайте! Выше ручки! С места не сходим и планете упасть не даем. Перекидываем его соседу. Поехали! Опа! Дальше! Еще, 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 еще! Продался выше! Что в радость им принес? Здорово, выше! Играют. Сюда! Среди летящих звезд. Пусть Отлично, выше, выше, выше! Дотронулась до земли, значит, отправляем ее отдыхать. Поставили коленки пошире. Если я к вам стою спиной, ничего страшного. Внимание. Положили коленки, руки на колени. И добываем силы из коленок. Семь хлопков вместе со мной по коленкам. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так нужно будет сделать. Четыре раза подряд. Второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Внимание. Поднимите руки те, у кого ладошки замерзли. Нет таких. Внимание. Добавляем. Есть, сейчас буду греться. Добавляем к нашему движению хлопок. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, тоже четыре раза. Второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. А вот теперь вопрос сложный. Кому из вас тяжело учиться? Поднимите руки вверх. Внимание, сейчас я вас всех излечу. Сделайте щелчок над головой вот так. Оп. Все, учиться легко. Внимание, добавляем щелчок. Поехали. Коленки. Раз. Хлопок. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Понятно? Так, тоже четыре раза. Второй раз. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Третий. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И четвертый. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Кто не умеет щелкать ладошками вот так? Я могу. Кто не умеет, делает вид, что умеет. Внимание. Ну, а теперь... Делаем это под музыку. Одним глазом на меня, одним глазом на соседа. И добываем силу звездных войн. Внимание, коленки пошире. Сделали серьезный взгляд. Вдохнули. Выдохнули. Сложили ладошки, будем добывать силу. Поехали. Погрузили силу в ладошках.
Положи руки на коленочки, приготовились. Семь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Хоп-хоп. Раз, два, друзья, у кого коленки болят? Не у меня. Это тебе сидящий на завтра в подарок от меня. Внимание, ну а сейчас, друзья, у нас же пришел дедушка. Поднимите руки те, у кого есть новогоднее желание. Есть? Внимание, есть? Тогда сейчас возьмите вашу медальку, сложите ее между двух рук, и та сила, которая у вас сейчас появилась, шепните свое желание медальке, три раза. Медалька деревянная, с первого раза не понимает. Громче музыку, шепчем желание медальки. Кто прошептал, снимает медальку, держит над головой. Аккуратно, внимание, друзья, сейчас примерзли ногами к земле. И к вам подойдет зеленый, красный и синий спасатель. И вы ему аккуратно положите туда медальку, чтобы не стряхнуть ваше желание. Дедушка поколдует над ними, и они сбудутся. Аккуратно складывайте медальки, не стряхнем и не бросаем. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всего-всего самого наилучшего! Так необыкновенно! Организаторы от каждого класса, подойдите к нашей музыкальной избушке, чтобы наш человек выдал вам секретное оружие. Секретное оружие борцов с инопланетными захватчиками находится в избушке. Организаторы, подойдите и получите комплект спецоружия. Я не могу.
Можно передать маме привет? Обязательно. Мама, привет! Я живой!